Муравленко с рабочим визитом посетил депутат Тюменской областной думы Денис Садовников. Накануне он встретился с коллективом детского сада «Теремок», которому фракция ЛДПР помогла в оснащении медицинского кабинета. Благодаря инициативе депутата дошкольному учреждению удалось приобрести новую мебель и компьютер для оснащения медицинского кабинета. Заведующая детским садом Ирина Легостаева от имени всего коллектива выразила признательность за заботу о подрастающем поколении и вручила депутату благодарственный адрес. По словам Дениса Садовникова, поддержка детского спорта, помощь развитию учреждений медицины и образования для партии ЛДПР являются приоритетными направлениями деятельности. Мы с вами понимаем, что на сегодняшний момент именно социальные объекты у нас, по большому счету, всегда в центре внимания. И, естественно, они и в центре внимания, и у ЛДПР. Мы понимаем, что на сегодняшний момент именно воспитание будущего поколения, воспитание нашей молодежи на основах патриотизма, на любви к своей родине, это является предопределяющим фактором.